последние трое выбывают. Поехали. Борьба за первенство развернулась нешуточная. Девчонки нарезают круги по парку Молодежной за считанные минуты. Первую финишную черту пересекла Анжела Лазарева. В велоспорте она уже несколько лет. Говорит, этот спорт помогает развиваться не только физически. Чтобы победить, нужна стратегия. Главное гнать со старта, главное выехать в первый. А потом уже по самочувствию как получится. Веломарафон «Наркотикам нет, выбирай велосипед» проходит в Самаре пятый год. В рамках муниципальной программы по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании. Каждый раз количество участников растет. В этом году принять участие в марафоне собрались порядка 150 спортсменов. Среди них есть и любители, и воспитанники спортивных школ. Такой акции, чтобы вот люди у нас, как говорится, выбирали здоровый образ жизни, выбирали велосипеды. Мы привлекаем всех горожан к активным занятиям физической культуры и спортом. Кроме наркотиков есть более лучшие варианты, говорится, чем можно заняться, говорится, с меньшим вредом для здоровья. То есть это вот, например, в нашем случае это велосипед, потому что на нем, во-первых, можно и спокойно куда-то съездить на природу, отдохнуть, подышать свежим воздухом, но и без пробок добраться до нужных тебе мест. Лучшие спортсмены по итогам заезда на выбывание получили кубки. У тех, кто призовые места не занял, есть впереди целый год, чтобы улучшить свои показатели и в следующий раз показать лучший результат. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, «События».